Netflix показал трейлер фильма о Бейонсе. Лента является документальной и демонстрирует выступление американской певицы на фестивале Коучеллы. Сервис Netflix опубликовал трейлер документального фильма Homecoming. A film by Бейонсе, певица Бейонсе и ее выступление на фестивале Коучеллы. Ролик за сутки набрал почти 1 000 000 просмотров на YouTube. Режиссером ленты выступила сама артистка. В нее вошли, помимо самого концерта, также закулисные сцены. Известно, что критики очень высоко оценили выступление Бейонсе на мероприятии. Она также стала первой темнокожей исполнительницей, принявшей участие в фестивале. Картина станет доступна для просмотра на сервисе с 17 апреля. Ранее сообщалось, что в сети появился трейлер фильма «Джокер» о безумном злодее. Главную роль в картине исполняет Хоакин Феникс. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.